Не нужно слов, не нужно здесь никаких слов, одни эмоции, просто эмоции. Всем привет, с вами Денис на канале DewGame, и сегодня мы рассмотрим игру Мафия Криминальная Война. Игрушка новая, вышла буквально на днях. Так, смотрим. Очередная мафия у нас. Так, выбираем характер. Характер выбираем. Кто у нас тут характер? Единственный сын Винченцо Тельер и бывшего крестного отца семьи Тальери. С детства жил с матерью. Он жил безбедно в Италии, пока его отец не был убит. Ему прислали окровавленное кольцо. Его жизнь полностью изменилась из-за тайной личности и недавно обнаруженной кровной вражды. Излюбленное словечко: я всегда стараюсь держать свой разум сосредоточенным и ясным, когда речь заходит о мести. Так, а кого еще можно? А можно вот эту красотку. Красотка. Характер. Приемная дочь Винченцо Тальери, бывшего крестного отца клана Тальери. Она выросла на улице и является плодовитым игроком. Позже она случайно встретилась с Винченцо Тальери и привлекла его внимание. Она даже стала членом клана Тальери, помогая в клановых делах. Она одновременно благодарна, прилежна и совершенно безжалостна. Слоган: мне нравится неопределенность. И так. Перепитие азартных игр. Плохо, что перевод рвет слова. Так, я, естественно, крестный отец, мафия, все дела. Я буду играть за этого чувака. Характер у меня тут такой, прям мажористый, я так понимаю. Интересно, это сильно влияет на сюжет? Есть ли он здесь вообще? Так, погнали. За него играем. Что нас ждет? Так, сюжетная линия. А как обычно, криминальные войны, криминальные бандиты, особняк охренеть какой, всех друг друга убивают. О, я не ожидал, что ты поспешишь вернуться, тем не менее, опоздал. Прости, я пытался выяснить, что они задумали, боже, как больно. Так, мне все равно, кто ты такой, отпусти, Элизабет, сейчас же. Внезапно нас прерывает какой-то вертолет. Так, и они сваливают, от суки. Help, help, Элизабет, я спасу тебя, Элизабет, я спасу тебя, погоди только. Так, что тут такое? Блин, мы опоздали. Дон, они похитили мисс Паркер. Я пойду спасу Элизабет, оставайся здесь и начинаю убирать усадьбу. Конечно, Дон. Так, следуй за ними и спасите Элизабет. Окей, сюжетная линия, погнали. Бульвар Мэдисон, квартал. Битва. Ой, смотри, это они. Давайте сделаем это как можно скорее. Так, у нас битва есть, да? Вертолет слева. Ну погнали, посмотрим, что случится. Как тут вообще происходит, все, я ничего не знаю. Так. Спускаемся. Наконец-то мы их догнали и так далее. Ой, похоже, ты еще не разобрался с ситуацией. Сейчас я разберусь. Так, битва, нажимаем, погнали. Ага, файт. Так, они тут сами дерутся, я просто смотрю, да? Так, наемник будет использовать навыки, когда его ярость заполнится. Нажимаем на навыки. Королева червей в деле. Офигеть. Так, наемник будет... Да. Дегустация вина. Охренеть, прикольно. Прям фаталити такие. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да сейчас меня расфигачат. Так, не, мы победили. Мы победили. Так, Викторим, далее. Они просто здесь нас задерживают. Так, Тейлор Стоктон. Твоя куколка в моих руках. Слышал план женщины? Так, письмо. Тальери, твоя бедная девочка сейчас у нас. Если хочешь ее вернуть, не забудь привезти кольцо Тальери. Так, отбиваться. Черт возьми, позор. Ну, битва.
Продолжаем бой. Сейчас мы спасем ее. Мы ее спасем, я тебе говорю. Так, я уберу за вас дом. Нанимаем еще одного какого-то чувака. Так, справа от нас. Ага, камеру я могу поменять, я вижу. То есть могу так смотреть, могу так смотреть. Это ускорение. И авто, да? Да, я могу ее отключать, могу включать авто. Ну, понятно. Жалко, что ускорение пока нельзя включить. Так, о, новый супер удар. Бочка, походу, с огнем. Блин, ну они на машине. Ну мы их быстро, по-быренькому, по-быренькому. И я знал, что вы придете за мной. Они продолжали мучить меня, выпытывая ваши секреты. Не волнуйся, они скоро получат то, что им причитается. Так, назад. Назад, мы выходим назад. Крис Карпентер. Дон, мусор убран. Вы можете приступить к ремонту прямо сейчас. Я не хочу ничего менять. Давайте восстановим усадьбу в том виде, в котором она была. Отцу бы это понравилось. Так, нажмите на ремонт, окей? Да пройдет тут ремонт. Так, сэр, мисс Паркер ждет вас в комнате. Ух ты, любовница. Дон, это вы? Они разорвали мое бикини. Вы можете купить мне новое? Открыть. Новая любовница, бухгалтер у меня. Отправьте мисс Паркер новый комплект нижнего белья. Так, так, отправьте подарок своим любовницам, чтобы повысить и интимность их уровень. Подарки. Подарки, подарки. Так, тут выбирать не из чего. Получена пижама. Хорошо, хорошо, пижаму я ей подарил. Не благодари, не благодари. Выходим. Одежда теперь, ух ты. Так, мисс Паркер любит маленькие кружевные штучки. Надеть. Надеть, сказал. Ух ты, посмотри только на мисс Паркер. На мою бухгалтершу. Не нужно слов. Не нужно здесь никаких-то слов. Одни эмоции. Просто эмоции. Так, отлично. Что я могу? Выходим отсюда. Все, я все. Так, я все. Я хочу отсюда пока выйти. Меня посадили в разрушенное, вонючее место. Я хочу смыть эти плохие воспоминания. Не подглядывай. Дамы любят сюрпризы. Встречайтесь с любовницами в разное время и получайте онлайн награды. Окей. Общение. Вы знаете, что мне нравится? Оно шикарное. Обращайтесь со своей любовницей для повышения интимности. Окей. А, вот мы раскрыли совсем немножко. Так, что дальше? Вам все еще интересно, кто меня похитил? У вас есть какая-нибудь информация, так, которая поможет, может помочь? Есть зацепки? Я помню только одну женщину, полицейского. Я поймаю ее. Так, женщина-полицейский, куча зацепок. Вперед. Бульвар Мэдисон, глава А, битва. Погоди, знаешь, я что хочу сделать? Проверьте следующую цель. Не могу ничего сделать. Неужели мы только что избили этого изгоя до полусмерти? Какой приятный сюрприз. Мы снова встречаемся. Надеюсь, ты все еще сможешь... Так, надеюсь, ты все еще сможешь смеяться после того, как я тебя поймаю. Боже, какой перевод клевый. Не говори слишком рано, если ты сможешь меня поймать. Так, ладно, в битву. Вперед, 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 вперед всех наказывать. Так, в бой. Пусть они сами дерутся, мы будем только смотреть. Королева червей. Я думаю, что первая глава будет на изи, мы ее сегодня пройдем. Дегустация вина. Этот крутой чувак, да, безбашенный такой, бочку, бэ-бэ. Минус 50 сразу. Двойное убийство. Так, уровень 2 у нас. Максимальное здоровье всех наемников плюс 0,1%. Замечательно. Ой, смотрите, это они. Давайте сделаем это как можно скорее.
Так, этап информации. Это кто с нами будет? Враги, награды, что нам дают. Хорошо. Окей. Похоже, ты немного сильнее, чем я думала. Но неважно, у каждого есть предел. На этот раз удача не на твоей стороне. Битва! А, это вон она стоит слева, да, в центре. А камеру давай повернем. Вон она, вон, полицейская стоит. А мы ее сейчас вообще на изи, по-моему, сделаем. Нифига себе, мне этот чувак вообще нравится. Он прям наикрутейший. Все, а мы с ней... Возможно, я не смогу победить, но я не забуду этого. Или тебя. В другой раз. Я не легкая добыча. Дон, она хочет сбежать. Могу ли я использовать настоящую огневую мощь и правильно с этим справиться? Нет, найдем ее. У нее есть то, чего я хочу. Че они несут? Плохой перевод. И вот не особо качественный. Дайте следующую цель, без проблем, чё. У меня есть все, что ты хочешь. Так легко меня не поймаешь. Так, ой, смотри, это они, давай это, давай всех убьем. Давай, мстить всем, битва, да, да, вперед. Блин, нам бы еще кого-нибудь в напарнике. Так мы долго не протянем. Они сейчас, думаю, все сильнее и сильнее. А мы так как бы все не особо сильнее. Валим всех, валим. Ни хрена себе. Ля, ну мы все остались живы. Мы все остались живы, мы получили винишко какое-то, все. Атака еще всех улучшилась. Давай в битву дальше. Фигачим всех вообще в битву. Так, 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 что тут камера, сменю камеру, но это мне больше нравится. Мне больше нравится таком. В развернутом виде, чем боком тупо. Как тут хренячат вообще? Тут какой-то банк, смотри, дверь открыта, огромная, сейфа какого-то. А, да, деньги лежат, мы на локации какого-то прям банка. Я не ожидал, что ты меня победишь. Она кое-что знает. Скрути ее. Мы получим то, что хотим. Так. Так, звука нет, если что. Мы ее скрутили. Куда-то увезли. Ничего себе. Пытки тут есть. Нифига себе. Давай пытать. Убирайся. Я никогда тебе ничего не скажу. Пытайте эти женщин, полицейских. Ого, чтобы получить... А, пытайте женщину полицейского, чтобы получить подсказку. Давай, на тебе. Ах. Тебе лучше сказать правду, быстро. Кто вломился в мою усадьбу? Какое отношение это имеет к смерти старого крестного отца? Ах, больно, пожалуйста. Перестань, он... он Чарльз Смайт. Я просто, так, взяла его деньги и помогла ему присматриваться той женщиной. Чарльз Смайт, я его знаю, не ожидал, что ему удастся выбраться из тюрьмы. Так, это вот он. Зацепки есть, отслеживаем. Так, вот он. Вот он, вот он, вот он. Не хочешь правду, тогда покажи мне, на что ты способен. Удача не всегда будет на твоей стороне, ублюдок. Так, снова в битву, да? Ну погнали, че. Новая битва, и нам наконец-таки дали какого-то еще чувака жирного. Посмотрим, что он умеет. Посмотрим, что он умеет. По сути, битвы тут идентичны. Мне интересно, супер его удар. Давай, это мы знаем. Дегустация вина очень крутая. Так, давайте. Так, этот бочку метнет. И наш еще. Вот он, супер удар. Ух ты, ни хрена себе. О, собаки какие-то... Доберманы покусали нас. Охренеть. Так, ну все, вам хана. Вам, ну это все, это все. Это один остался. А кого убили? Кого-то убили там. Из наших, я имею в виду. Нам нужно набрать больше солдат, чтобы расширить нашу территорию. Если мы хотим справиться с синдикатом. После того, как крестный отец был убит, некоторые из его людей пропали без вести. Это все, что я знаю. Выясни, что происходит.
Так, выходим. Давай выяснять. Давай, давай. Так, Дон, я нашла маршрут, по которому они переправляют заключенных. Виндзорский туннель, единственный путь. Когда-то это была наша территория, мы воспользуемся ей снова. Вызови свою команду, мы возьмем тюремные фургоны синдиката. Так, колонна полиции синдиката проходит через Виндзорский туннель. Наем, погнали. Погнали, что там. Итак, короче, мы сейчас будем патрульные машины с тюремными, да, я так понимаю, взламывать и набирать себе команду. Ни хрена себе. Круто. Прикольно, да, придумали? Вообще интересно. Так. Палю. Бабах. Что тут у нас? Выпала мне Ева Кислинг. Отлично. Ну, все, спасибо. Ева выпала, это хорошо. Давай еще на вот этого. Давай наем. Так, подожди, как тут что сделать? Как тут? Что мне нажать? Пойти, пойдем. Нет, не могу. А, вот, бесплатно, сюда, погнали. Так, сестра Пейн, сестра Боли. Отлично. Еще. Вот, а этот у нас есть, чувак же. Так, все, ладно, набрали чуть-чуть наемников. Прикольно придумали, вообще клевенько. Что тут у нас? Ева Кислинг. Тейлери, я не ожидала, чтобы ты так будешь здесь и придешь мне на помощь. Мы оба хотим одного и того же. Уничтожение синдиката. Я знаю одну девушку с топором. Она может помочь, если понадобится. Но вам придется заплатить ей за эту услугу. Так. Девочка с топором. Так, сюжетная линия, погнали. У нас еще тут чуть-чуть осталось, в принципе. Мы теперь можем нанимать, я так понимаю, дополнительных, да? Вот ее можем нанять. И погнали в битву. Сейчас посмотрим, что она сделает. Я хочу всех попробовать. Хотя кого тут попробовать? Ну и... Сестра Пейн хочу посмотреть, что она будет делать. Так, ну и наша, вот она, чё? А, ну она химикаты, всем хана. Все подохли. Я ничего не понял, но она какими-то химикатами, походу, убивает. Так, уровень 4, мы продвигаемся все дальше. Так, а получить справа, смотри, что тут можно. Выполнить. Я что-то получил, что непонятно, ну да ладно. Давай, битва. Короче, игра, ну как бы глобальная, я так понимаю. Давай, знаешь, вот этого уберем. А добавим сестру вот эту вот. Вот. Сестра Пейн. Давай, что она делает, сестра Пейн у нас? Так, дегустация вина, погнали. Королева червей вперед. Так, это так токсичные отходы пошли. Сестра Пейн, до нее даже руки не дошли. Ну да ладно. Да ладно, сейчас получим. Дорогой, мы все слишком устали. Почему бы нам не вернуться в усадьбу и не переночевать? Если у тебя какие-нибудь планы на вечер? Это полностью зависит от вас. Да, давай. Перед финальным боем надо выспаться, отдохнуть и расслабиться. К любовнице бегом. Так, в интимных отношениях с вашими любовницами происходит гораздо больше, чем вы думаете. Вау. Так, это время для двоих. Так, подожди, сюрприз, начать. Хочешь подойти ближе? Так, у меня все вообще четенько с любовницами. Все четко, что я могу сделать? Так, ну я могу выйти назад. Здесь у меня все запущено, здесь у меня максимум, вот я на нее могу посмотреть, покрутить ее тут. Отлично, выходим отсюда. Так, здесь у меня еще дальше, да, будет... А, еще вот, что это такое? Любовница может благословить наемника, даже так. Давай, хорошо. Так, благословит она меня. Так, а какие еще будут? Ага, я их не могу посмотреть, да? Это будет вот корничная.
Нифига себе. Блин, я вышел, я там еще хотел посмотреть. Ну да ладно. Мисс Паркер заботится только о... Только о вам. Да, перевод ужасный. А что насчет тебя? Ты заботишься обо мне? Это зависит от вас. Ты посмотри. Сладкая любовь за 899 рублей можно купить. Как все печально. Любовницам дают бонусы наемникам вперед. Да это я уже понял. Прикольно, что? Прикольно, да? Так, и что у нас? Битва. Мы так и не посмотрели, как бьет... Сестра Пейн. Давай, королева, ты молодец, конечно. Я, конечно, могу отключить авто. Дождаться. Потому что сестра Пейн почему-то не хочет бить. Ну да, она отказывается совершенно, просто отказывается от этого всего. Да еле, я полагаю, мы могли бы назвать это судьбой. Но эта судьбоносная встреча будет менее чем приятной. Если ты справишься, то ты не так хорош, как твой бесполезный отец. Что вы несете? Так, бой, давай. Сейчас все должны показать. Это уже финал, я так понимаю. Вот, да, этот хрен стоит. Королева червей вперед. Так, дегустация вина пошла. Ух ты, нас решетки посадили, нифига себе. Да мы сейчас подохнем. Так, вот. Она лечит? Ух ты, даже так. Ну, я думал, она что-то делает ужасное. Так, токсичностью. Там мы сейчас умрем так. А, не, нормально все. Я думал, умрем. Вообще у нас жизни там по децелу было. Так, сражайтесь насмерть. Следующая глава. Нифига себе, мы с тобой быстро прошли. Они принадлежали нам, клану Тольери. Здесь все будет нашим. Так, сколько тут глав? Чаптер 11 тут я... 16, 17, 21. Короче, тут дофига глав. Это интересно. Глав 2. Бульвар Мэдисон. Квартал Б. Артал. Ну да ладно. Квартал Б, да. Сбор автомобилей, оставленных старым крестным отцом, это еще один способ выразить свою любовь к нему, даже после его смерти, я так понимаю. Уху-ху, вы нашли обломки и собрали их воедино. Так, тачку я могу, да, собирать? Ройс. Босс тут. Тольери, я слышала, как Смайт говорила тебе. Ты узнаешь меня достаточно хорошо, очень скоро. Поверь мне, у меня есть кое-что, что тебе нужно. Я знаю обо всем этом больше, чем когда-либо знал Смайт. Ни хрена себе, что это за Нео такая? Ого! Ничего себе! Продолжай бой. Не хочу я продолжать бой, это уже далее. Это уже интересно, это уже далее. Давай посмотрим, что тут вообще есть у нас. Союз, комитет, любовницы, гараж. Так, город тут, смотри, справа внизу. Город. События квартала, арена, дом Пенроуз. Офигеть, огромная фигня. Наемники, задания, очень много всего. Разбираться, не переразбираться. Ну, блин, пока мне игра в целом понравилась. В целом прикольная игрушка. В целом я считаю, что поиграть нужно. Я вот тут еще что-то хотел. Погоди. Не здесь, по-моему. Так, вот, подарки. Я могу и подарок, смотри, сумку. Задарить, ну, естественно. Отдых у меня. Глава вторая, надо отдохнуть. Наблюдение. Так, равнодушие, она может так вот. Так вот. Опа, равнодушно. И приветствие, смотри. Вот такое приветствие. Опа, наблюдение. А вертеть я ее могу? Да, могу повертеть. Что-то она нервничает. Что-то нервничает. Спокойно. Ладно, ребят, понравилась, если игрушка, понравились такие видосики, новенькие игры, то пишите обязательно лайки, подписки, колокольчик, чтобы не пропустить следующий стрим, обзор, прохождение летсплея. Подписывайтесь на все социальные сети, все ссылочки будут в описании. Все, тебе самого наилучшего. До встречи. Пока.